Дорогой мой друг, теперь ты скажи мне, отвечать нам на этот звонок или нет. Все зависит от тебя. По комментариям в следующем ролике мы уже решим, принимать звонки, которые делает Момо, или отклонять. Ну а на этом я желаю тебе приятного просмотра. Спасибо, что зашел на этот ролик. Не забудь подписаться. И смотри, не испугайся, потому что впереди тебя ждет игра. Я не отвечаю, я просто телефон положил, он тебе звонит. Я ж не буду, хотя... Хотя ладно, давайте... Нет, не будем нажимать. Или нажмем. Сбросится или не сбросится? Ответить или нет? Да, я согласен, это было не очень страшно, но то, что ты увидишь сегодня в игре Момо, будет еще страшнее, еще эпичнее, поэтому погнали. Значит, тема с Момо очень даже популярна. Весь YouTube завален, собственно, этим вирусным ботом, который якобы ворует информацию с вашего устройства. Ему звонить нельзя, не звоните, я тоже вас предупреждаю, лучше пока этого не делать. Давайте поиграем в игру, в которую вроде бы как бы тоже встроено Момо, что-то такое, ходили какие-то слухи, что здесь вроде бы как бы она тоже может какую-то информацию взять. Планшет, я играю на планшете андроида у меня. Я уже много раз рассказывал. Ну что ж, поехали. Она вон там выглядывала, она передавала нам привет. А я выпью за твое здоровье чай, но чуть попозже. Вам тоже советую. Ты же не знаешь меня, что тебе надо? Мне Момо, короче, написала привет. Блять, у меня время идет. Подожди, стопы. Какого хера? Какого, твою мать, хрена вообще надо тут делать? Она что-то написала, что найдет меня. У меня есть 1 минута, чтобы, видимо, скрыться от нее как-то. Я не представляю, как вообще это будет работать. Я первый раз сейчас играю. Если вам нравится тема с Момо, не забудьте поставить большой и жирный палец вверх и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики с участием нашей любимой Момо. Ну что ж, заходим. Заходим. Она уже звонила нам, когда мы играли в Key Cinematronics. Уже была тема тут заперта. Что за говно? Это какой-то мячик, шарик? Что это? Я не знаю. Полезли, короче, наверх. Слушай, можно открыть? А наверх мы проходим просто сквозь лестницу, поэтому пройти там нельзя. О, хорошо. Просто кубики. Понять бы, что нам делать надо. Вроде как на вид пустой у нас домишко. Похож, кстати, на дом бабушки Грэнни. Но бабульки у нас тут нет. У нас тут где-то должна быть Момо. Вон она. Тихо. Уходи. Уха, блядь, ты что, прикалываешься, что ли? Момо пошла искать нас. 39 секунд у нас остановился таймер. Я так понимаю, что Момо, видимо, вышла на охоту сейчас. Где-то должна нас найти здесь. Бля, вон она ползает, смотри, ни хрена себе. Хрена, мать, подожди, спокойно, не надо сюда. Слушай, она, вроде бы, насколько я слышал, Момо должна быть с куриными лапками. А здесь, по-моему, просто барышня, которая с бодуна, блин, или с выпускного набухалась и... Какого хрена? Это какого, это у меня было? Да нет, вроде телефон чистый. Не, все нормально. Мне вроде ничего не пришло пока. Я так понимаю, что Момо может позвонить, наверное. Блядь! Hello, она мне пишет. Hello. Блин, у нас 3G. Это печально, на самом деле. Блин, 56. Может, я зашкириться должен? Вообще, мне кажется, что... Какой-то очень странный дом, очень странно все это дело выглядит у нас. Наверх-то это нельзя. Муха у нас сидит внизу. Давайте хоть подчекаем, посмотрим, что у нас вообще тут есть. 52. Время остановилось на 39. У меня есть какие-то показатели, есть трубка телефонная. Но она вроде больше сообщений нам не шлет. Поэтому давайте попробуем выйти, может, отсюда. Дверь открывается, я могу выйти сюда посмотреть. Смотри, что прикольно здесь. Да, опа, опачки, красотулечка, я здесь. Оу, плохо дело, быстрее. Блин, плохо, печально. Момо снова нам шлет сообщение в чат. Чатец. 38% заряда, но я думаю, что надолго, наверное, нас здесь не хватит. Хорошо, давай еще раз. 54. Слушай, а если я, короче, просто зашкерюсь где-нибудь и не буду ничего делать? Вот у меня есть 52, 51. Я могу уже здесь походить. Кстати, вот непонятно, что это такое. Что это за артефакт, какой-то мячик. Его можно пинать, он очень странного цвета. Такой, знаешь, как в Гарри Поттере был, когда они там колдовали. Было дело.
Ладно, ну мы колдовать не будем. Бля, не иди вниз, пожалуйста, я тебя прошу, не надо. Я слышал шаги. Сейчас были отчетливо, слышь ты, шаги. Где-то что-то кто-то ходит у нас. Что здесь? Слушай, давай реально зашкиримся. Вот я такой сел, 42 секунды. Я типа могу сидеть, наверное. Фух. Печаленько, печаленько. Блин, не надо. Она же не будет наверх подниматься. Она внизу по первому этажу просто ползает. Вообще странно. Она ползает, а шаги слышны так, как будто она ходит такая, знаешь, прям тетя такая в расцвете сил. Время останавливается стабильно на 39.9992. Я не знаю, возможно, это какая-то комбинация, но вроде бы ее номер тоже заканчивается на 39. Я не уверен, конечно, но, наверное, такая какая-то хурма у нас определенно есть. Что, блядь, аж сыкотно туда выходить на самом деле. Но на первом этаже есть куча комнат, которые можно было бы как-то прочекать. Давай попробуем этот мяч отпинать, посмотреть, что будет. Я его пну вниз туда, может, она просит его. Типа, дай мне мяч, я жена Киржаков. Дай мне мяч, пожалуйста. Блин, ни хрена он... Да куда ж ты... Только сказал про Киржакова, сразу же у нас начались боли. Я слышу, как он странно себя ведет, этот мячик. Что это было вообще? Куда мы его дели, алло? Че-то какая-то... Как он здесь оказался сквозь текстуру? Слушай, время остановилось. И это ни хрена не круто на самом деле. Она здесь ползает. Она на второй этаж, я так понимаю, принципиально не выходит, да? А что здесь вообще? Бля. Мамо, тихо. Тихо, не попадаемся ей на глаза. Здесь пустые просто комнаты, тут вообще... Бля! О, тихо. Обеденный стол... Мне кажется, что автор немножко вдохновился, наверное. Да пройди ж ты! Грэнни. Потому что визуально очень похоже на Грэнни. Слушай, а таймер-то не идет. Что за баг? Странно. Не заперто. Там пройти не удается. Здесь какое-то окно. Но вылазить туда, я думаю, тоже нет смысла. Привет, мячик! Слушай, надо выйти... Блять! Уходи, родной мой. Или родная моя, я не знаю, с кем ты там... Блять! Как неудачно-то мы попали на нее. Вот это печалька. Самое интересное, что она даже особо не кричит, то есть... Давай, да не застревай ты, блин, что ж такое-то с тобой все время? Спокойненько. Блять, а ты издеваешься, что ли? Ну, ебаный свет! Ай, блядь. Ну, покажи фокус, собака. Фокусируйся, сучечка. Фокус. Вот. Вот, собственно, о чем я и говорил. Если мы сейчас ответим, то Момо может реально разозлиться. Я не знаю, нам это надо делать? Алло? Алло? Я даже пытаюсь на громкую связь ее вывести, типа, вы даже сами посмотрите, ничего не происходит. Алло? Я слышу только какие-то странные звуки. Ну, именно кто-то пранкует, как обычно. Ладно, хорошо, допустим, предположим. Я говорил, что играя в эту игру, есть вероятность того, что может позвонить вам Момо. Как она, блядь, это знает? Хер ее знает. Ее знает, хрен ее знает. Короче, что нам надо здесь делать? У нас есть... Игра какая-то очень черная, блядь, вообще чернуха. Вот тут есть такая темочка у нас. Это, по-моему, телефон. То есть у нас есть время определенное. Оно активируется... Когда вы активируете телефон, потом надо радио и какую-то еще батарею найти. Вон наш красотулька ползает. Из-за того, что здесь адски, блядь, темно, ни херашки не видно. Открывайся. Быстро! Нет! О, господи, Иисусе Санавабич, hello. Fuck off, Момо. Можно на мемчике, короче, взять и все. Я скоро вернусь, я знаю, где ты она написала. Серьезно? Понимаешь, она пыталась названивать. То есть мы играем себе летсплеем, она себе берет, звонит, я ее просто посылаю. Вообще, бот этот реально вам может позвонить, поэтому имейте в виду. Что хрена это вообще было? С хреналики! Я чуть не понял, вообще не understand ни разу. Ах.
Ты не сможешь найти меня, ты не сможешь меня сломить. Но есть один декларированный, уже задокументированный, вообще, в общем, зафиксированный случай, когда 12-летняя маленькая девочка вроде бы как погибла. Ее эта мумо довела... Нет, бля! Слушай, а после звонка на телефон она становится реально какой-то злой. Ну, посмотри, какой номер там. Посмотри, хотя бы... Бля, что такое яркое все. Слушай, а номер не отображается, просто мумо. Говорят, что там типа японский какой-то должен быть, хрен его знает. Мне кажется, что уже, наверное, она, если это вирус, он распространяется и может звонить с других телефонов, наверное. То есть, может позвонить ваш брат или там мама, допустим, а там будет на самом деле мумо сидеть. Так, значит, у нас три точки, которые нужно найти. Первая находится вот здесь. Мы уже подходили к ней. Еще две надо где-то... Поворачивай, мать, поворачивай! Я просто играю с планшета, поэтому периодически посмотрю. Бля, да ты что издеваешься, сука? Ползи отсюда нахер! Все, пиздовала отсюда. Бля, она... А че она какая-то такая не мумо вообще ни разу? Похоже просто, как будто твоя пьяная сестра пришла с гулянок. Олежа! Олежа, где кровать? Помоги мне найти телефон, зарядить... Нет, ну господи Иисусе, как же ты подкумарила ты меня уже, мать, а? Хорошо, давай еще разок. Здесь, конечно, странный интеллект, но раз есть такая игра, она бесплатная, это для Android игрушка, да, видно, что она немножко примитивная, конечно, но раз это тематика мамо, давайте попробуем. Может, есть какие-то еще приколюхи, типа там в гости придет, например, не позвонит. Позвонит. Я хочу попасть в подвал, потому что у бабули Гренни точно такая же была дверца входа в подвал. Слушай, а если я закрою? Она же не открывает, она же тупенькая. Ну, поздно. Закрывай! Отлично. Все. А здесь мы еще не были, кстати. Мы хоть чекнем в подвале, что происходит? Что это такое, бля? А, это типа ловитель снов или ловитель духов. Нет, нахер! Нахер с пляжа! Как? Объясни мне, как она это делает? Я не понимаю, честно сказать, этого. Я вышел на улицу, короче, тут стоит домик, тут находится батарея, аккумулятор. Там огромный такой аккумулятор, вот он здесь, его не видно, не знаю, почему игра такая темная. Но Момо, кажется, хочет сюда выйти. Давай, выходи. Выходи, сучка. Не хочешь выйти? А надо было бы, блядь. А надо было бы выйти, чтобы я смог остальные две найти. Я же знаю, где они, в принципе, находятся-то визуально. Одна находится у нас, кстати, надо в подвал пойти, но в подвале она очень быстро ловит, вот в чем вся проблемка. О, она, видишь, там ерзается. Туда-сюда, блядь, туда-сюда, сука. Так, мне нужно... Бля, полегче, полегче. Слушай, давай в подвалец попробуем. Рисковое дерьмо, конечно. Быстро, мать твою, быстрее! Короче, она меня запалила вроде бы как. И убежать от нее, видимо, уже нельзя. Но я могу активировать вторую компоненту. Как она, блядь, ловит? Она даже не спустилась нихера. Я сейчас предлагаю аккуратненько попробовать активировать хотя бы два из трех возможных элементов. То есть нам нужно питание, нам нужно электричество. Давай выйдем на улицу. Вообще, как бы Мому желательно было бы сюда, выйдешь, вот, выгнать. Смотри, тут у нас электрический столбик, а электричества нет. То есть полиция приехать не может. Мы не можем вызвать никого на помощь, потому что у нас... Вообще, я не понимаю, почему просто сбежать, блядь, не можем. Тут стоит печь такая, знаешь, русская печь. Не знаю, зачем она там нужна. Вот, в общем, здесь что-то есть. Чтобы вы понимали, на планшете это вот так вот выглядит. То есть оно все такое черное, блядь, ни хрена не видно. Игры, как же больно иногда смотреть на вас. Так, мы вышли. Вон, вижу Момоха, вон там она тусит. Сейчас, наверное, пойдет сюда на улицу и мне пиздарики, да? То есть, когда вы активируете в подвале эту хрень, она моментально оттуда идет и ловит вас. Это вообще боль. Слушай, а может, я обойду дом? Может, она обогонется? Гренни, например, я обогануть мог. У нас осталось электричество в подвале и телефон на первом этаже. Вот такой вот домишко. Можно попалить, что тут происходит. Она нас не видит, можно так вот помахать ей ручкой. Она себе просто ползает и все. В идеале, если бы она вышла, вот она выходит на улицу, а я иду в подвал. То есть, таким образом, я бы мог еще пройти. А вопрос только о том, я не вижу никаких ворот, никаких таких вещей, которые помогли бы мне выйти. Ну как бы ее сюда выманить, скажи, пожалуйста?
Бля, какая же темная игра. Это просто пипец. Это просто, мать ее, боль. Где ты, Момо? Момошечка. Момошечка вон у нас ползает, смотри. Момо, давай сюда. Блин, название как для кита какого-то. Иди сюда, сучка. Ёпта, я здесь. Пизденька. Блядь! О-о-о-о! Это я зря сказал, наверное. Она дело в том, что сразу ловит. Она даже не дает шанс тебе выбраться. Понимаешь, в чем проблема? Ай, блин. Сейчас я последний раз попробую, потому что я не могу ее пройти. Если вы смогли ее пройти, она есть в Android в Google Маркете. Она бесплатная. Поэтому найдете, в принципе. Пишите просто Momo Horror Game. И она вроде бы одна из тех, которые сразу заметна. Но это пиздос, друзья мои хорошие, это просто жесть. Я хочу по вон она там. Значит, сейчас быстренько идем сюда, активируем вот эту вот ебату и выходим на улицу. Блять, иди, придурок! Отлично, отлично, отлично. Хотя бы две, понимаешь? Хотя бы сможем активировать два устройства. Это мало, конечно, что даст, но тем не менее. Так, заходим, обходим эту огромную русскую печь, ни хрена не видно, поэтому выкручивайте яркость, если есть такая возможность, и остается... Аккумулятор в подвале там. Вон она, короче, лазит возле входа. Но опять, смотри, я сейчас пойду. Я могу, у меня есть шанс. Один из миллиарда, что я смогу там пройти как-то. Он останавливается. Она не встает. У нее грязные руки, грязные пятки. Она вообще вся чумазая, как мытодыр, ёпты. Зря она не выходит. Она не может там выйти просто. Понимаешь, в чем проблема? Она не выходит вообще. Она хер забила, блядь, на выход. А мы пройдем аккуратненько. Заходим сюда. Открывай быстрее. Открывайся, сука! Я даже дверь закрывал. Ей вообще похер, блядь, по-моему. Слушай, может, я как-то могу вот тут вот так вот бочком пройти? Может, как-то она скриптом замечает меня? Хер его знает. Все! Все, мне хана, короче. Здесь мне не выбраться. Саная бичес, ну как так-то? Я все нашел, я нашел все три компонента, но я не успеваю выйти, потому что срабатывает скрипт, и меня сразу ловят в этом сраном подвале, в этот сраное Момо, которое мы давно уже послали. А в следующей серии мы посмотрим еще, какие есть игрушки по этому ужастику, по этому вирусу, который гуляет по WhatsApp. А здесь, пожалуй, будет у нас конец, друзья мои. Поэтому не забудьте поддержать лайком, подпиской. И если вы знаете классные игры про Момо, присылайте их в группу ВК или пишите в комментариях. Я обязательно все это дело посмотрю. А лучшие комменты будут отмечены сердечками. Ну, сердечко. Вот, сердечко. Ну, ты понял, короче, мой дорогой зритель, да? Это сердце, если что. Все, пока-пока.